Для создания таких рамочек я взяла деревянные палочки длиной 40 сантиметров и диаметром примерно 3-4 миллиметра. У меня это опора для растений, и покупала я их в сети магазинов Fix Price. Также могут подойти деревянные шпажки. Правда, такой длины мне не попадались, но можно уменьшить размер рамки. Надежно и быстро такие палочки будут склеиваться с помощью термоклея. Распечатала шаблон на листах формата А4 и склеила листы. Скачать шаблон можно по ссылке в инфобоксе под этим видео. Необходимо учесть, что шаблон я даю в натуральную величину, и умещается он на лист формата А2. Просто когда будете печатать, в настройках принтера выберите размер постер, и ваша страница А2 разобьется на несколько форматов А4. Палочки я буду накладывать на чертеж и склеивать между собой в определенном порядке. Отмерять размеры палочек буду по чертежу, отрезать с помощью обыкновенного ножа. Срезы получаются довольно ровными и без заусенец. Если в местах склеивания палочек бумага тоже будет приклеиваться, то это не страшно, так как потом она легко отдирается. Потом в процессе я не отклеивала бумагу от палочек, так как при сборке вся конструкция была зафиксирована и не сдвигалась по отношению к чертежу, что было очень удобно. Клею давайте хорошо подсохнуть, прежде чем приступать к склеиванию следующего узла. Если нужно, добавьте клей поверх узла, но немного. Приклеила противоположный узел и не заметила, что мое действие практически не попало в кадр, но думаю, и так понятно. Перед склеиванием узлов проверяйте длину палочек, так как на чертеже не учтена их толщина. Для устойчивости всей конструкции палочки буду располагать в двух плоскостях. Эту я наклеиваю наверх, соответственно, размеры ее больше, чем на чертеже. Если будете делать такую рамочку пано, внимательно смотрите, в какой плоскости я располагаю палочки – нижней или верхней.
Теперь аккуратно отделяю бумагу, рамочку с обратной стороны очищаю от бумаги и клея. Рамочку крашу в черный цвет, используя акриловый грунт. Вы можете сразу покрасить акриловой краской, так как такие краски обладают хорошей укрывистостью, то есть ложатся плотно. Еще лучше воспользоваться аэрозольной краской, тогда поверхность будет окрашиваться ровно и без пропусков. Но у меня такой под рукой не было, поэтому времени пришлось потратить больше. Также можно поверх краски рамочку покрыть лаком, но это как вам захочется. После сушки акриловая краска достаточно хорошо держится на поверхности и не смазывается. Фотографии на рамке будут держаться с помощью декоративных прищепок, которые я приклеивала прямо на рамку. Для настольной рамочки я взяла готовую фоторамку, для фото размером 10 на 10 сантиметров. Палочки будут располагаться по периметру рамки, параллельно ее сторонам и на расстоянии по 3 сантиметра по каждой стороне. Наверняка у вас будут готовые фоторамки другого размера, поэтому здесь я не даю точных размеров для палочек. Склеила из палочек две одинаковых рамки, внутрь каждой вклеила диагонали. На этой рамке будет приклеена готовая фоторамочка, поэтому диагонали дальше будут подрезаться и нет пока надобности в точности. Диагонали на второй рамочке нужно вклеить точно. Одна из целого куска, вторая из двух частей, чтобы все было в одной плоскости. Перед сборкой рамки снимаю с готовой фоторамочки ножку-подставку. Не заметила, что камера отключилась и часть процесса не записалась. Здесь фоторамку я наклеила и подрезала диагонали, чтобы беспрепятственно вставлять фото. Отрезала две палочки длиной по 10 см. Они будут вклеиваться между рамками в нижней части. Склеиваю между собой рамки по верхнему краю. Вклеиваю палочки между рамками в нижней части. И эту рамочку я тоже покрасила черной акриловой краской. Вот все и готово. Всем спасибо за внимание!